Партнер проекта «Шаг со звездой» Лариса Солнечная. Дизайнер и аромапсихолог. Ларисочка, вы поддерживаете многие проекты. Расскажите, пожалуйста, немножко о своей такой чудесной, вот загадочной немножечко продукции. Добрый день. Я рада побывать на этом мероприятии. Я являюсь косметологом, аромапсихологом, дизайнером одежды. Но на каждом мероприятии в своей ипостаси. Сегодня я хочу преподнести жюри и всем участникам конкурса вот такой волшебный авторский аромат из аромамасел, исполняющий желание и сделанное своими руками, тоже каждому участнику. Косметическое мыло, наполненное витаминами, любовью, солнцем, цветами. Я хочу, чтобы все улыбались, радовались. И все мероприятия Сергея Филимонова, направленные на поддержку молодых талантов, всегда результативны, интересны. Я желаю больших творческих побед всем. Спасибо большое. Огромное спасибо вам за то, что вы пришли сегодня, нашли время поддержать наш проект. И вот такие вот замечательные солнечные подарки в такой пасмурный осенний день как раз очень актуальны. И это будет всем участникам подарки, да, то есть не только победителям. Поэтому, дорогие участники, вам очень повезло, что сегодня к нам приехала Лариса Солнечная. Успехов вам! Спасибо!